Напишите, пожалуйста, в комментариях свои вопросики для видео «Вопрос-ответ». Всем привет! С вами Софи Лайф. И в этом видео я хочу вам показать, как же можно сделать обложки для видео наподобие вот этих. И плюс этих обложек, то, что мы их будем делать на нашем с вами телефончике. Так как в комментариях было много вопросов наподобие, как ты делаешь обложки, в какой программе и так далее. И поэтому сегодня я решила с вами этим поделиться. Я думаю, мы можем приступать. Но перед началом не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал Софи Лайф, ведь до 1000 осталось совсем-совсем чуть-чуть. Но мы начинаем. Разумеется, во-первых, нам нужно сделать нашу с вами фотографию, которую вы хотите видеть у себя на обложке. У меня это вот такая вот фотография. Дальше мы будем пользоваться всего лишь одной программкой под названием PixArt. Я перепробовала много разных программ, где есть там шрифты, классные фильтры, но ни одна из этих программ мне не зашла, и поэтому на первом месте у меня PixArt. Ну а я думаю, мы можем начинать уже творить нашу обложку. Мы заходим в PixArt и добавляем только что сделанную нашу фотографию. Дальше мы ищем эффекты, Pop Art, и там есть у нас градиент. Мы добавляем цвет, который нам нужен. Вы можете заметить, что у меня последние обложки сделаны в таких фиолетовых оттенках, поэтому я добавляю фиолетовый градиент. И дальше, когда я это все уже сделал, нажимаю на галочку сверху. Потом я ищу кнопку, где написано «Добавить фото» и добавляю точно такую же фотографию. И опять же мы заходим в эффекты, только теперь мы ищем насыщенность и добавляем только что добавленные фотографии насыщенности. Дальше мы также нажимаем на галочку сверху, и теперь нам нужно найти кнопку «Вырезать». Мы вырезаем нашу фотографию, избавляемся от заднего фона, оставляем только нас. И когда мы это все сделали, опять же нажимаем на галочку сверху. Дальше эту фотографию нам нужно, фотографию, которую мы вырезали, нужно разместить сверху фотографии с градиентом, где размещены на этой фотографии мы. Я не знаю серьезно, как это нормально объяснить, поэтому посмотрите вот тут, как это должно быть. После того, как мы это все разместили, мы просто нажимаем опять же на галочку сверху. А еще у меня для вас есть обалденная новость. У нас наконец-то каникулы, и поэтому видео будут выходить 2 раза в неделю. То есть выходит это видео, следующее видео выйдет в среду, а потом в субботу. Все видео выйдут в 17:00 по Киеву. Поэтому ждите и не пропускайте ни одного видеоролика. Ну а мы продолжаем делать нашу обложку. Как вы видите, наша уже заготовка основная готова обложки. Теперь на эту заготовку нам нужно размещать какой-то текст, стикеры, разные наклейки и все такое подобное. Обычно я начинаю с текста, так как это самое главное на обложке, как по мне. Поэтому я добавляю текст. Текст я стараюсь какой-то делать, какой может заинтриговать, там, захватывающий, наподобие такого. Обычно над текстом я сижу долго, так как там нужно выбирать шрифты. А чтобы выбрать шрифты, у меня уходит очень-очень много времени. Так как я вроде бы все сделала, все просто отлично, мне все нравится. И я такая начинаю добавлять стикеры и понимаю, нет, мне это не нравится, нужно переделать шрифт. И я беру и опять повторно переделываю шрифт. Обычно я сижу минут 15, а может и дольше над текстом. Сейчас вы видите, как я делаю текст. Ну а потом я также нажимаю на галочку сверху. И теперь мне нужно перейти в раздел стикеров. В поиске в стикерах я ввожу какие-то стикеры, которые нам подходят по теме нашего видеоролика. То есть, если сейчас я делаю вот тут вот обложку для этого видео, я ввожу какой-то, например, значок видео или что-то подобное. Или камеры какие-то, или телефон может. Поэтому я не знаю серьезно, что я сейчас буду вводить там. Поэтому вы можете это все увидеть тут. Дальше, когда я размещаю стикеры, я стараюсь, которые у нас вверху стикеры и внизу, сделать их большими. А которые уже у нас стикеры находятся посередине, я их уменьшаю. То есть стикеры расставляю почти во все свободные места. И также потом, когда я определилась уже, что мне все нравится, я нажимаю на галочку сверху. Дальше я беру и добавляю разные там наклейки, может быть, вот сейчас видите, как эта кнопка называется, я просто сейчас забыла, если честно. И добавляю вот такие вот светящиеся фонарики или какие-то, может, блики или звездочки. Это на мое усмотрение. Когда я добавила, могу вообще, кстати, не добавлять. Когда я добавила, я нажимаю на галочку, и все, наша обложка готова, больше я ничего не делаю, только сохраняю ее в галерею.
Вот и все, ребята, вот так вот просто я делаю обложки. Обычно у меня уходит максимум, наверное, минут 30, чтобы сделать такую вот обложку. Я думаю, я вам помогла. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что я вам чем-то смогла помочь. Если это действительно так, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Sophie Life. Ну а я с вами прощаюсь, но недолго, всего лишь до следующего видеоролика. Всем пока-пока!